Виктор Степанович Черномырдин сказал когда-то великую фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это лучшая характеристика нашей системы управления. Потому что президент ставит цели. И, в общем, очень правильные цели. Потом их дорабатывает правительство в виде неких планов. Потом они распадаются на цели министерств. Потом они спускаются в соответствующие ведомства и в регионы. И пока это доходит до исполнения, то зачастую, боюсь, что и сам президент не узнает то, как они исполняются. Вот, и это не имеет ничего общего с теми задачами, которые он сформулировал. Вот это проблема. И что с ней делать? Реформировать систему управления. Чтобы между сказанным и исполненным не было никакого гэпа. Чтобы то, как поставлена была задача, строго в соответствии с этой постановкой задачи работал весь государственный аппарат от федерального правительства до муниципалитета.